Желаю вам крепчайшего здоровья, чтобы еще не один год вот так могли вас поздравлять. Сто годов, сто годов, сто годов, рады мы вам от сердца желать. Леонид Игнатчик вот уже 42 года празднует свой день рождения в поле. Ведь август – всегда жаркая пора для аграриев. Нынешний август стал для Леонида Леонидовича 60-м, юбилейным. Поздравления по этому случаю он принимал от представителей Лидской районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса, руководства сельхозорганизации «Белица-Агро» и его первичной профсоюзной организации. Сельское хозяйство я пришел 42 года назад. Даже мне еще не было 18, но я уже работал водителем. Тогда в те времена так. Ну, надо было ли водителей. Вот, отслужил армию, и бывший руководитель уговорил меня остаться здесь. Получил квартиру, женился. Ну, так вот, наверное, патриот своего хозяйства я. Я здесь и родился в этом хозяйстве. Юбилей Леонида Игнатчика – не единственный повод для его поздравлений. Ежегодно Леонид Леонидович – один из первых в числе передовиков на уборочной. В любую погоду на машинах разной мощности, независимо от урожайности, Леонид Игнатчик всегда преодолевал тысячный рубеж. Нынешняя страда не стала исключением. Звание тысячника он получил еще в начале августа. Я каждый год стараюсь до своего дня рождения тысячу перевести. Даже жена вот, давай, давай дома там побыстрее, чтобы до 10 августа смог тысячу перевести, как бы настраивать меня все время. Сейчас как бы техника, вот комбайны больше мощнейшие, больше надо вот и борта наращивать побольше, бункера больше. Вот с каждым годом как-то все надо больше совершенствовать технику, чтобы за раз можно было забрать там два бункера. Сегодня на счету Леонида Игнатчика 1324 тонны перевезенного зерна. В среднем за день он делает 10-12 рейсов с полей в зерносушильный комплекс. Несмотря на солидные цифры в паспорте, Леонид Леонидович чувствует в себе силы еще дать фору молодежи. Чувствую нормально себя. Вот. Даже не верится, что 60 мне уже исполнилось. Как бы... Уже не то движение все равно в таком возрасте. Побыстрее там откроет, закроет борт, чем я. Быстрее машины с машины прыгает. Поэтому догоняют они меня. Стараюсь убегать. Вместе с Леонидом Игнатчиком в числе передовиков сельхозорганизации «Белица-Агро» комбайнеры-тысячники Анатолий Мулинский и Петр Гришкевич и водитель Павел Шмукста. Для Павла это третья уборочная. Две предыдущие он был лучшим водителем в хозяйстве. Не планирует уступать пальму первенства молодой водитель и в этом году. На данный момент он перевез 1430 тонн зерна. Это просто ущербная работа. То есть надо просто работать, как бы, чтобы достичь какого-то результата. Только так. Работу не боимся, чтобы боялись работы. У нас бы здесь не было. Но работа трудная, конечно. То есть надо и рано выезжать, то есть и допоздна быть, то есть по-разному. Дождь, готовимся, машины там ремонтируем, что-то. В этом году аграрии сельхозпредприятия «Белица-Агро» планируют улучшить показатели прошлых лет. Тем более, что все предпосылки для этого есть. Хорошая погода, неплохая урожайность, исправная техника и, конечно же, трудолюбивый коллектив. Сегодня с одного гектара в хозяйстве убирают порядка 27 центнеров, что на 10 больше, чем в прошлом году. Всего же убрано 70% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые. В этом году засеяно 2200 гектаров площадей, засеяно зерновыми и зернобобовыми. На сегодняшний день уборка идет своим чередом, настроена на уборку неплохо. Механизаторы как никогда, наверное, настроены на работу, получают удовольствие от своей работы. И с желанием приходят на работу и допоздна мы работаем. В принципе, урожайность, скажем так, значительно лучше, чем в прошлом году. Ждем неплохих намолотов урожая. Складывается техника, сильно не подводит. Есть какие-то моменты, которые решаются оперативно и быстро достаточно. Труженики хозяйства «Белица-Агро» уверены, где первая тысяча, там и вторая, и третья. Сбавлять темпы они не намерены. Приняв поздравления, хлеборобы сразу спешат за баранки комбайнов и автомобилей. Дорожат каждой минутой.